Если честно, с твоей семьей вообще больше не встречался. Мне Нового года вот так хватило. Не надо печалиться, скажи, впереди. Куда едешь? Да нечего на унитаз с разбегу запрыгивать. Иди, ногу держи. Давай. Жили, как люди, без канализации, но нет, хотим, как в Париже. Как дела, Мишаня? Па, вообще-то это Олег. Не нашего ты теста, Мишаня. Он мертвый был. Подтверждаю. Телепортнулся, что ли? Пап, ты прям как смс-ка. За пивом так сможешь? Опять началось. Ну надо звонить, я не знаю, в МЧС, властям. Каким властям, Света? Вот они ноги, все в порядке с тобой. Блин. Нужно в скорую срочно ехать. Судя по всему, эти способности работают только когда мы все вместе. А если у нас дети невидимые родятся? Стоит кому-нибудь из нас отойти, вот буквально на 20 метров, все. Саша слабеет, где-то умирает, а Рита перестает летать, понимаете? А в противном случае она летает, да? Что ты сказала? Охренеть. А где наши деньги, Олег? Мы через неделю отходим в Китай. Не будет денег, мы тебя возьмем с собой в Китай. Чего они хотят? Не хотят, чтобы китайцы с моими органами ходили. Нам надо использовать наши сверхспособности один раз с максимальным эффектом. Я не понял, мы что, банк грабим? Я промахнулся куда-то, не знаю, где я. Добрый день, молодые люди. Ты как сюда попал? Вы, Бобров, просто вирус. Я минуты больше с вами не хочу быть. Ты вот думаешь, этот метеорит просто так к нам прилетел? Потому что мы бобровы. Мы семья.